Между прочим, вот эта продукция наша, Кубань-фарфор. Вот это вот салатники, вот эти красивые тарелочки по 80 рублей. Сейчас акция на них. Очень симпатичные. А вот прям как будто бы на скатерти. 70 рублей, 35 рублей по скидке. И вот кому маки нравится. Такой набор из... Вот такой мы видели. Из скольки предметов, не знаю, 2500. И вот есть совсем недорогие. 44 рубля с клубничкой. Такие тарелочки. Это 50 рублей с вишенкой. Обыкновенный, как в советские времена. Такой простенький фарфор. Супница. Ваза называется. Симпатичная, 400 рублей. Такая однотонная. А ну, Куль, подержи. Красивая. Мне нравится такая. Красивый заварник, 500 рублей. Очень красивый. Так. А это какой оригинальный. А, он в одежке. То есть вот сюда. Там еще и сито есть. Завариваешь и сверху одеваешь. Интересный. Да, вот тоже красивый чайник. А, заварной 404 рубля. И такая же под него лимонница, масленка. Для сыпучих, для ложек, молочник. 350 рублей молочник. Рингтон, что ли, называется фирма или как? И вот, пожалуйста, 325 для соли, перца. Ложка под ложку. Красивые баночки, 400 рублей, 350. 300. Подставка для чайного пакетика, вот, 80 рублей. Это с лавандой сахарница. Это вот, наверное, соусники. И это тоже для чего-нибудь, для специй. Французская долина, да. Ложка-подставка 130. Банка для сыпучих 350 с лавандой. Большая банка 350 на 900 миллиграмм для меда с ложкой. О, подставка для губки дельфин 250 рублей. Тоже в такой же тематике салфетница 150. И баночки для сыпучих. В общем, есть на что посмотреть. Вот какая интересная. Минажница 700 рублей. Еще минажница 500 рублей. Смотрите. На стул. Ну, 250 рублей. А эта подушка вообще 800. Красиво, конечно, сделана каретная стяжка, но 800 рублей под пятую точку, мне кажется, это дороговато. Вот мы пришли здесь, всякие вот эти такие органайзеры. Красивые, но дорогие. И вот чехлы. Конечно, вот это чехлы настоящие для одежды и правильно пошиты. Видите? И для плеч здесь есть место. 300 рублей. Полки такие, ну, полки я такие, как бы, не одобряю. Кофр подвесной. Тоже много не выдержит. Здесь все палочки. Такое идет благоухание. Выбор очень большой. Да, выбор очень большой. Тут вообще 30 рублей, 50 рублей. Есть вот такие. Аромадиффузор. Палочками 300 рублей. Ну, в общем, разные цены, разные красоты, разные комплектации. И свечи здесь. Смесь запаха аромата и воска. Для чайной свечи
Домик 160 рублей. Смотрите, какие здесь эстампы, или я не знаю, как это называется. Ну, такие картины. 1000 рублей. С помидорами. Вот, пожалуйста, 2500. Увидеть Париж и умереть. 3000. Немножко патины здесь обработаны золотом. Репродукция. Ну, симпатично смотрится. 2000. О, мне вот нравится. Это что-то такое, как гобеленовое. Мне только цена не нравится. А, 2000 даже со скидкой. А это вот 4000. Сейчас достану. Смотрите, какая красота. Красиво, да, репродукция. Влюбленные. А здесь рамки все в одном стиле. Смотрите, как будто состаренные. Ну, чтобы комнату, допустим, в одном стиле оформить. 1500. Светлая, темная. Какое хочешь. О, фламинго. Красивый. Ну, что-то так уже много этих фламинго. 150 рублей сосна. Фламинго, наверное, тоже так же. Ну и здесь всякие разные. Вот интересные. 800 рублей. Вот такие модерновые современные вазочки. А это вот 450. Чисто белые такие вазы продаются по 200 рублей. В фикс-прайсе. 250. Золото. 600 рублей. А и внизу вот такие вазы. Как банка. Вот интересная. 1100. Вот такие вот. Ну, эти простенькие не буду показывать. Покажу более-менее оригинальные. Тоже просто обработанные патиной. 1100 вот это. Долго мы уже бродим здесь по магазину. Пора уходить. И на прощание такую сниму вам копилочки веселые такие. Котик, жираф, кролик с морковкой 200 рублей. Слоник 750 рублей. И 450 рублей бегемотик. И я вчера снимала видео. Прощалась с вами тоже вместе с совой. Желала вам мудрости. А сегодня я вам пожелаю, тоже попрощаюсь вместе с совой, вот с такой коллекцией. Пожелаю вам богатства, куда же без него, любви, без нее вообще прожить нельзя, и изобилия. Это все я вам желаю. И мира, и добра в вашей семье. Пока-пока. И еще будет обзор покупочек. Как и обещала, показываю покупочки. Посудоцентр – единственный магазин, в котором я отовариваю бонусы «Спасибо» от Сбербанка со скидкой 50%. Мы отоварились на 2867, что-то такое. Но наша скидка вот составила, ваша скидка составила 1433,50. То есть все, что мы купили – мы купили со скидкой в половину. Я буду называть цены по чеку, то есть это по факту, за сколько мы купили товар. Но, естественно, в магазине он продается без карты посудоцентра, он продается в два раза дороже. Итак, вот такой контейнер я купила объемом 400 литров. Для сыпучих, но я его купила не для сыпучих, а для того, чтобы пересыпать стиральный порошок. Я покупаю 6-килограммовые пакеты и потом пересыпаю вот в такой контейнер. И очень удобно на машинку загружать. Я его купила за 50 рублей. Дальше я купила вот такое ситечко обновить, потому что у меня старенькое уже. 100 рублей оно у меня обошлось. Купили вот такие палочки.
производство России, сделано в России, написано вот с запахами можжевельник, бергамот и деньги. Говорят, деньги не пахнут, оказывается, пахнут. Далее взяла две бумаги для выпечки, 8 метров каждый рулончик. Стоимость одного рулона получилась 27 рублей. Давно хотела купить дозатор для бутылки. Масло покупаю в 5-литровой бутылке, переливаю в стеклянную. И вот такой дозатор очень удобно. Сейчас попробую. Вот, свободно и хорошо входит в бутылку, плотненько. Затолкать его надо. И я думаю, что очень удобно пользоваться будет, наливать масло. Открывается. И такое удовольствие. Комплект из 2 штук. Всего стоит 35 рублей мне обошелся. Так он 70 рублей стоит. Очень удобный дозатор. Всегда такой хотела. Дальше. Доска разделочная. Всего она обошлась мне 125 рублей. Она вот с таким подвесным колечком. Я хотела найти доску такую, как у меня, чтобы ручка вот здесь была, но такая мне не попалась. Взяла толстенькую, тяжелую, чтобы хорошо лежала и не двигалась. И написано 7 преимуществ натурального бамбука. В общем, из бамбука. 125 рублей. Мы редко посещаем посудоцентр, только когда у нас накапливаются бонусы. И каждый раз я возвращаюсь оттуда с новой сковородкой. Там очень хорошие сковородки. И очень их много. Это вот третья моя сковородка. Все они у меня рабочие. Одна обыкновенная, вторая блинница. И в этот раз я купила вот такую симпатичную. Это на улице у нас молодежь кричит. Диаметр 24 сантиметра. Сделана в России. Она тяжеленькая. Дно у нее толстенькое, такая как мраморная крошка. Хорошая сковородка. Я довольна. 500 рублей она мне обошлась. И не устояла я перед этим подносом, который я там и показывала в обзоре. 125. Так, поднос. 125 рублей. Поднос прямоугольный. Подносами я пользуюсь. Если видели же, у меня шатер на даче стоит, и вот я на подносе всегда ношу туда еду. Так что вещь нужная и полезная, и симпатичная. И последняя покупка, которую я искала и хотела, но она мне никогда не попадалась. И вот только в посудоцентре она мне попалась. Это держатель для крышек. Кастрюль на 5 крышек. Стоимость ее была 600 рублей. Нам она обошлась 300 рублей. Так как мы затеваем ремонт на кухне, то я надеюсь, что мы ее куда-нибудь приспособим, чтобы ее не видно было и функционально. Потому что крышки всегда как бы девать некуда. Но вещь хорошая. Вот, вот и все мои покупочки, немногочисленные, но нужные в хозяйстве. На этом еще раз всем всего хорошего, мира и добра, и пока-пока.